Спроектированный и построенный на Киевском механическом заводе самолет Антонов-225 является самым большим самолетом в мире. Размах крыльев 88,4 метра, длина 84 метра, высота 18 метров. Он выше пятиэтажного дома, а его максимальный взлетный вес 640 тонн. Антонов-225 был построен специально для проекта многоразового космического корабля «Буран». Всего было заложено два самолета, из которых достроить успели только один. После распада СССР с действующего самолета сняли двигатели, и долгое время самый большой самолет простоял законсервированным. Но через 7 лет он снова увидел небо. В настоящее время Антонов-225 выполняет коммерческие грузовые перевозки в авиакомпании авиалинии Антонова. Также проводятся проектные работы по использованию самолета в качестве летающего стартового комплекса для авиационно-космических систем. В планах завода Антонов построить второй самый большой самолет, готовность которого сейчас составляет 70%. На сегодняшний день самому большому самолету уже 23 года. Ставьте лайк и подпишитесь, если это видео было интересным для вас. А также не забывайте оставлять свой комментарий под этим роликом. С вами был Тайгер Шоу, лучший познавательный канал на YouTube.